Вот он весь наш походный кинотеатр. Сам проигрыватель, штатив, 12-вольтовый аккумулятор, литий-железо-фосфат, адаптер на 220 вольт, на 200 ватт с выходом под USB, провод питания, соответственно, для этого нашего проектора, веревочка и экран. И обычные прищепки бельевые, экран подвешивается. И все, поехал в лес, на дерево все это подвесил и готово. Так, тестируем. Такая ночь. В принципе, все видно. Качество картинки. Надо растягивать экран. Как четкость. Четкость ништяк. Забудь. Начинай снимать. Все это пакуется в обычный рюкзак. Не знаю, тут литров 30, наверное, рюкзак. Ничего не весит. Общий вес килограмм, ну, может быть, меньше 10. И можно куда угодно перемещаться во времени и пространстве.